Так, бородач пообедал и пошел в жесткий оффроуд. Там хорошее болото, ну, хватило клиренса. Сейчас разворот попробует сюда обратно. Ну, бородача ничего не остановить. О боже! Вообще! Ты посмотри! Та машинка делает вещи. Так, клиренс в немоге. Смотрите, пенечек стоит. И проехал. Круто. Так, ну поехали в оффроуд. Вся банда здесь, часть впереди. Комфортнее на самом деле идет 63-й, чем Dodge. Так, бродики. Сейчас будут. Так, серьезный тут бродик прямо. Тут просто яма. Дельфин в моих новых шортах. Не жмут шорты, нет? Шорты не жмут? По следам у немога. Да, уровень воды высок, как никогда. Додж. Легко. Да, шишиговская полностью подвеска. Готов, давай. Вот этот самый жесткий пилот. Миша, осторожно, чтобы я баллон не раздавил этими шариками, да? Так, у тебя стопы горят. Ничего страшного. Стопы горят. Габариты. Стопы потухли. Только сильно быстро не едь, чтобы не укачивало нас. Тут дорога хорошая, я знаю. Но все равно есть неровности иногда. Что-то мелко здесь. Там дальше будет лучше. Подожди, ты проехал, ты не туда поехал. Это лайт. Это лайт. А тут тоже лайт? Тут тоже. О, дельфин сзади. Подожди, дельфина. Дельфин за нами. Ой, волна какая была красивая. Помыл радиатор дельфину. И все помыл. Thank you.
Патрол нормально. Маньяк на додже. Шишига додж, правильно сказать. Что, ты ищешь штурмана, да? Это же направо вообще. Думал, шапки невидимки. Да, да. Да. Давай прямо поедем, мы же там не были. Поехали, посмотрим, что там прямо. Все, Михалыч едет, заводи, пожалуйста. Пересади. Ну, там все не что-то терпели. Давай, пока пашется, трамбелитом там не засунул. Бородач подрезает на драндулете. Миша, нас все обогнали, елки, что происходит? Так, ГАЗ-63 перед нами, мы его подождали. Теперь пробки попали мы. Попали в пробку. Как вчера вечером в Киеве, да? Вчера была жесть. Вот серьезный аппарат. Одноцилиндровый УАЗ. Светка! Да! Мы здесь. Не, это УАЗик ты месяц. А ты очканул уже или что? Ё-моё, блин. Димон, осторожно, Димон выпадет сейчас. Подержусь. Да, конечно, чуть не выпал, блин. Слева дорога, давай, подрезай. Обходи. Да, вода поднялась и здесь. И прилично. Да, понятно. А чё он туда поехал? Думал, проедет, да? Патрол сидит. Уранер проехал. Шестьдесят третий проехал. Тут чуть не проехал, да? Да. Ох, как тяжело. Сейчас Ранглер, интересно, на 37-х триподорах. Дельфин, я тут. Шорты береги мои. Сёма любит мою одежду носить, ты понял? Течет. Блин, ветка это не в тему. Артём, отъезжай, машина едет. Пробку. Вправо уходи. Нормально едет. Батюшка, подвезите, пожалуйста. Подвезите, пожалуйста. Ты сын мой. Стой! Отец Павло, подожди! Так, мы опять на лидере. Монстростроение. Тут
до следующей. Он явно мягче идет, значительно комфортнее. И вот он первый едет. Желтая вода. Тут очень вязко. Должен зацепиться. Зацепился. Сила, да. Так, додж. Колеса чуть поменьше. Ну, пилот серьезный, жесткий. У него. Там кто-то в кузове падает. Главное зубы беречь. Неплохо. Опа, повезло. Сразу выехал. Подожди, отец Павло, стой. Стой, Павло. Так, отец Павло. Что там такое? Что там происходит? Непонятно. Чуть не проехал. Там пробки, наверное. Хотя мы первые вроде были. Поехали. А что-то? Что-то там буксовали. Непонятно чего. Попытка смыть Андрюху. Я видел, что он тебя накрывает волной, но не думал, что так сильно. И был с другой стороны. Будем тебя эксквизировать вечером в темноте. Ты тут еще. Да не, ну тебе же показалось, что это я стою, понял? Мне ничего не кажется. Это Андрюха пострадал из-за меня. Я видел, что Андрюха стоит, я видел, что он пришел в сторону, блин. Но это самое. Ну ногу с педали не ослабил. Как не ослабил? Что-то еще там у тебя, конфеты, наверное. С крестиком дай бородачу. Пашенька, на острове высади меня. Так, Леня. Плывет четко. Проплыл красиво. Листва, конечно, сокращает обзор. И очень сильно. Поменяем позицию. Так, ого, тут, как обычно, весело. Леня не проехал. Nissan Patrol, Дельфин. Так, а Чероки присел раньше. Назад потихоньку попробуй, тихонько. Давай, не решука, или лебедку. Давай лебедку. Крис, стой, стой. Я трюк, с какой стороны трюк? Да, тут весело начинается. Вон крюк посередине, Андрюха, под запаской. Стой, стой, Артем, стой. Еще давай назад. Еще назад. Хорош! Стой, стой на месте, стой. Давай на мат. На мат. Стой, стой, не едь. Машина работает? Держи, 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 держи тормоза. Пошел нормально. Руслан!
Руслан, цепляй этого. Я туда не дойду. Руслан, цепляй. Ну как ты мог друга своего утопить? Ладно меня, хрен с ним. А это же Андрюха. Лучше тебя. Который тебя спасал на прошлую покатуху, выдергивал твою не мог. Лучше б тебя. Лучше б меня, понятно. Так, там УАЗ. Приводнился. Тут Куранер. В общем, хорошее место. А ему дальше и не надо. Остров тянет, да? Необитаемый хоть? Остров, да, да, остров. Леня, ты вырвал остров впереди. Да, я, блин, въехал в остров. Мне сторис ремонтировать. Еще назад. Я теперь с ним еду. А у тебя раньше другой штурман был? Мы поменяли, все поменялось. Да? Европейцы? Понял. Пробка, не слышно. Пробка жесткая. На 10 квадратов 4 машины, среди них унимог, патрол и остальные. Там еще это, там у вас уже плавает, покажи он, пойди людям. Крис, голову, голову убери. Голову спрячь в карман. Какой голову? Свою. Уходи, уходи. Давай назад. Налево. Да налево там тоже жестко. Не-не-не, Леня, так стой. Стой. Так как ты, откройте окно. Да не открывай. Под левые кусты, левым колесом под кусты и туда наверх. Как Артем ехал, только левее на кусты. Уходи. Подожди, я с ним. Пошел. Все равно ага. Да. Он правый любит сектор, правый сектор, да. Само, только еще левее. Еще левее, да. Там его отправляет. Левее, давай. Нормально. Судой надо. Не, судой там. Тихо, тихо. Нам нужны просмотры. Вправо едь, нам нужны просмотры, да. Да не, ну это серьезный внедорожник. Отлично, проехал. Паша, надо УАЗика достать. УАЗик утонул. Подписываемся на канал Бородача, Джип Бомба Тюнинг. 4 на 4. Должна быть. Ну сейчас пока вытянем, потом сниму. А я дойду туда к УАЗу или нет? Видел, но не полностью. Так, тут у меня свой маршрут. Хорошие места. Дорога проверенная. Пашенька, я с тобой, Пашенька. Пашенька, меня забери. К тебе. Крыло, да, нет, да подожди на ступеньку. Я с вами. Что там? Сюда руль, ну, до конца. Не, нормально. Поехали. Прицепили? Андрюха, прицепили? Поехали, Паш. Нормально идем. Налево, налево,
Так, одноцилиндровый у вас с нами. Он уже нольцилиндровый, да? Пашенька по-суровому тут с ним поступил. Сразу вытащил, не дал побороться. Лечили лечебной грязью, но не получилось, кажется. Рубикон, серьезная машина. Рубикон, ракета. Кто-то едет. Только начала правая нога подсыхать. Кого ты тянешь там? А, Ниссан. Саня, мне тут одиноко, забери меня. Гастарбайтер на хвосте, осторожно у тебя. Гастарбайтера не потеряй, Саня. Он держится непонятно какой частью за тебя. А где ты мои шорты дел, гастарбайтер? Член застрял. Член застрял? Какой член, Крис? Нет, член клуба. Спасибо, Саня, ты настоящий друг. Андрюхе легче. Триподоры рулят. Точнее, важнее, тут больше машина. Да, тут уже несложно. Это лайт какой-то получился.